Добрый вечер, мои любимые, мои хорошие и так далее, потому что я вас обожаю. Значит, я сегодня решила так это самое, ну, как это сказать, немножко вас это самое поразвлечь шуткой или не шуткой, не знаю. Я ж теперь умею и люблю шутить. Смотрите, вот денежки. Вы знаете, я вскрыла копилку. Вот она, видите? Копилка. Вот такой у нее номер. И сейчас хочу вам продемонстрировать, сколько там. Вот, НЗ. Надо было открыть его в 16.06 открыть. 22 года. Вот. А я забыла про нее. Понимаете? Вот написано было. Вот. Видите? 16.06.22. А сегодня какое число? 23. Вот. Я решила вам показать, что я вскрыла копилку. Немножко припозднилась, но получилось так, что я вам показываю свои денежки, которые я вытащила из копилки. Вот такие вот банкнотики. Я сейчас буду считать, считать. Вот скрыла копилку и поеду теперь на море. Копилки, наверное, здесь хватит, наверное, мне нам на море съездить. Я думаю, хватит. Вот по таким, видите, я клала в копилочку. Опускала, по таким вот опускала, видите? И теперь сейчас буду все это считать, считать. Ох, как я люблю считать. Вот это все считать люблю. Ох, целая гора денег. Во, ребятки, полюбуйтесь. Это не шутка. Я всерьез открыла свою копилку. Представляете, копите деньги и будете тоже счастливы. А коплю я вам как-нибудь расскажу, как я коплю. Я вообще-то уже вам показывала. Это новшество, как копить деньги. Наверное, я вам... Вообще-то я не буду вам показывать пока. Сегодня просто мне не хватает времени, так как всего только короткие мне положено снимать. В общем, я с вами пока прощаюсь на хорошей такой ноте. Пока-пока. Клиника Кащенко, как всегда, дуркует. До встречи в поезде!